Сейчас большая часть игры уже завершена. Выступили все участники. Именно это команда «Союз» из Тюмени, «Молодость» из Красноярска, «Азия Микс» из Кыргызстана и «Плохая компания» — это была сборная Красноярского края. Сейчас идет второй конкурс, это разминка. Члены жюри задают свои вопросы КВНщикам. Собственно, все сегодняшние игроки — это участники высшей лиги. Выступления действительно смешные. Они затрагивают как саму универсиаду, так и другие актуальные темы, от всемирной политики до сугубо красноярских тем. Например, ребята из «Молодости» сегодня шутили про одностороннее движение на улице Ады Лебедевой. Оценивают КВНщиков сегодня не менее знаменитые люди. Это чемпион, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, который вдобавок является еще и послом Универсиады 2019. Кстати, такой статус сегодня приобрел еще один член жюри. Это Сергей Нитиевский, игрок команды КВН «Уральские пельмени». Ему статус присудили в начале игры. Ну и еще один посол Универсиады. Это ведущий сегодняшних игр Александр Масляков-младший. До начала игры нам удалось с ним пообщаться. Я предлагаю послушать, что он рассказал. Я переживаю в целом за игру, я переживаю за всех. Я переживаю, если я вижу, что они могли лучше, а почему-то это не получается. Бывает так, что зал не реагирует, бывает так, что они вот плохо какую-то миниатюру показывают, какой-то заход был неудачный. Вот из-за этого я могу переживать. А так, что мне кто-то нравится, не нравится, все-таки это уже давно на втором плане, потому что, ну, это работа.